соизволил выйти из влажной камеры, культурно какал в один угол, воды почти не разлил, ну тут чуть-чуть перестелился, молодец, сейчас будем кормиться. Давайте салфеточку поменяю, солнце, давай, иди на ручки. Скажи, что ты с пустыми руками, да, и не пахнешь даже ничем, что за нафиг, не, не, понюхал, понюхал, лись, лись, делает, иди на ручки. Скажи, не хочу. Такой мужчина, конечно, пошире, чем девчата. Потому что, скажи, я яйца не несу, все нормально. Нет, солнце, давай, я тебе хотела убрать с этой салфетки. Ты вернулся. Подожди, сейчас будут тараканы. Влажную камеру ставить не буду. Покормимся, он еще не видит бубен. Солнце, ты далеко собрался? Лянь, что есть? Лянь, вот. Опа, да, гляди. Увидел, не? Да, вот. Ух, нифига себе. Скажи, блин, я попутал, а я уйти хотел. А там, скажи, вон оно что делается, да? Шевелятся. Тебе нормально так лапка в воде? Опа. Там кто-то спрашивал, что будет, если оставить коробочку вот такую у блефара. Ну, смотреть будут долго, но они не смотреть будут. Они будут долбиться, как дятлы, потому как они преграду не воспринимают. Для них это непонятное, так сказать, энергетическое поле. А надо достать таракана, вот там вот они есть. Так что издеваться не буду, сейчас буду кормить. Ранишка-то, давай, кушай. О, класс, скажи, да, приезжие тараканы всегда вкусней. Ай, солнце, у меня еще, глянь, какой. Вот оно, вот, не, не надо тень ловить, лови таракана. Я тебе уже 100 раз говорила. Тоже прицелы наводит. Не, ну он как-то сильно долго не прицеливается. Он лентяй, поэтому скажи, желательно в рот, чтобы вложили, а я как бегемот буду рот открывать, и все нормально. Нет там ничего тебе показалось, а вот оно, вот. Вот, о, говорит, нормально, давай на подносике, супер. Ты не в ту сторону смотришь, солнце. Вот, бери. Да-да-да, давай-давай. Сейчас точно по пальцам упанет, прицел не туда наводит. Нет, нормально, попал. Умничка, кушай. Ты так неудобно туда зашел, в этот угол. Давай, кушай. Угу, бери, бери, нормальный. Вкусный. Давай ты отсюда выйдешь, я тебя чуть-чуть передвину. И тебе удобнее мне. Отпусти салфетку. Переезжай. Все. Тут глянь, сколько места, а ты тут вперся туда. Там спрашивали по поводу пола малыша и блефарчика, ну, раньше 4 месяцев там ничего не видно. А вот когда мы подрастем, там будет видно. Там такие поры, сейчас покажу на Марте. Их четко становится видно, и вопрос-то, да, как бы не возникает, какого пола, мужчина чи женщина. Вот, ждет, вот, бери. Давай, оглушенный, пока не убежал, бери, да то тень. Вот так, без тени. Ай, за палец, солнце, давай нормально. Во. Вот, кстати, Марти щипается чувственно так прям, если придавит, как прищепочка маленькая. А девчонки так вот, ни о чем. Опа, опа, все в зобике. Пропихивай, пропихивай. Во, а то сейчас попросятся наружу. Надо ж кушать, что ж это такое, всех во рту держать-то. Тебе еще войдет? Да. Вот оно. Бери, бери, хороший, бери, годный, нормальный, да-да-да. Ага, годность смотрит, все нормально. Вот умница. О, ну предложу на всякий случай еще одного. Ну чего тебя впрет куда-то, солнце? Бери, глянь, какой тараканчик. Ладно, уговорили, скажи, все отлично. Вот и покушал ребенок. И сейчас покажем половую принадлежность. Вот эти точечки рядом с клоакой, вот это поры, то есть они только у самцов. И хвостик более плотный у основания, потому что гемипенисы находятся внутри. Вот, собственно. У девчонок такого нет. И вот по наличию такой темы определяется мужчина или женщина. Все, имущество вернула, пусть товарищ переваривает. А мне еще банану покормить надо.